ногами, руками, там, постараемся тебя убить, и ты постараешься выжить. Либо прямо вот сейчас вот на колени встаешь, вот этого хуй деревянный такой, ты его целуешь. Что будешь делать? А? Ты мне задаешь вопрос? Да. Вот тебе такой вопрос зададут на зоне. Ну, ответ очень очевидный. Какой? Пиздиться до смерти. Молодец. Зачем он это сделал в конце, непонятно. Особенно учитывая контекст вопроса. А вы его знаете? Can you handle it?